Актриса и певица Татьяна Абрамова в эфире передачи «Секрет на миллион» вспомнила о своем участии в конкурсе «Утренняя звезда». В этом же конкурсе выступала и Валерия, которой пришлось пойти на обман. Певица Валерия крайне предана своей профессии. Артистка с юности мечтала попасть на сцену. Неудивительно, что ради своей мечты она пошла на многое, и даже на обман. Оказывается, для участия в популярном конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда» Валерия утаила свой истинный возраст. Об этом рассказала актриса Татьяна Абрамова в эфире программы «Секрет на миллион». По правилам, к участию в конкурсе допускаются исполнители от 15 до 22 лет. В 90-е годы, когда и Валерия, и Татьяна приехали на конкурс, будущей звезде было уже 23 года. «Меня сразу ставят в пару с девушкой. Ее тогда никто знать не знал, по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет», — поделилась Абрамова. Она также рассказала, что тогда еще продюсер Валерии, Александр Шульгин, обсуждал эту ситуацию с композитором Абрамовой. Он признался, что участие в «Утренней звезде» — последний шанс зацепиться на телевидении и показать себя. Стоит отметить, что созналась в нарушении правил конкурса и сама Валерия. Певица откровенно рассказала, что участвовала в нем как 22-летняя исполнительница.